Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас заказ по 10-му каталогу Фаберлик. Здесь много новиночек, вот такая огромная коробка. Итак, поехали. Сразу взяла помаду, которую на губах, знаете, буду спрашивать. 404-62, жидкая матовая, очень классная, красивая, освежающая. Тут не только коробка, и вообще тут все новинки, по-моему, каталога, если я не ошибаюсь, я взяла все. Тут еще вот такая упаковочка, как думаете, что это? Правильно, это у нас с вами обруч. Артикул его... Ага, попробуй найти, что-то я не вижу, девчонки. Артикул обруча. На упаковке сейчас посмотрим. На упаковке посмотрим, вот так отдельно коробка в пленку была завернута, давайте с нее и начинать. Раз, кстати, новинки выходят позже, потому что мы уезжали отдыхать. На Ютубе, скорее всего, ролика про отдых не будет. А на Дзене есть подробный отчет. Там каждый день снимала очень много роликов. Поэтому, кому интересно, ссылочка на Дзен всегда под видео. Проходите, там весело. Вот так выглядит коробочка. Красивая. Сзади здесь у нас с вами инструкция как раз-таки. И артикул 910-395. Давайте открывать. Он разобранный, скорее всего, у меня был похожий. Хотелось бы, чтобы он был с утяжелением. Судя по рисунку, да, Made in China, кстати, 93 сантиметра. Массажный обруч, АБЦ пластик, магнит. Магнит там у нас с вами, слушайте, вообще классный. То есть он у нас с вами еще может и оздоравливать. Меня Ксюша спрашивает, какого цвета обруч? Я говорю, малыш, я не помню, он разноцветный. Видите? Он тяжелый. Он тяжелый. Вот в целом в пакете он тяжелый. Давайте достанем. И обязательно потом буду, девчонки, на каждый продукт снимать отдельный ролик. Мне такой формат понравился, и он удобен. Кто хочет, посмотрел этот продукт. Кто не хочет, не посмотрел, да? Вот такие здесь соединения интересные, да? И здесь у нас с вами... Они не крутятся никак, вот эти шарики, да? То есть вот это пластик серый, а вот это магнит, я так понимаю. Судя по всему, да. Но не сказать прям, что он сильно тяжелый, будет синяки оставлять. Но хотя, все возможно. Давайте попробуем две детали соединить, собрать воедино. Следом обязательно мы его с Ксюшей потестим как следует и расскажем вам, так как он собирается. То есть вот тут есть дырочки, да? Мы с вами так вставляем. Легко сказать, вставляем. Дырочка тут с одной стороны получается, да, видите, с этой нет. Нам нужно в нее попасть. Очень туго собирается. Все, попали, видите, эта штука попала. Фаберлик Спорт здесь. Такой он, две части уже прям такие, слушайте, весомые. Будем крутить. И, кстати, вот эти шарики, они прикручены. Они прикручены на шурупы, саморезы, да. Не знаю, как правильно. Они здесь внутри, с одной стороны везде, да. С этой стороны ничего нет. Такой вот интересный обруч. Хочется, потому что есть проблемы именно в отделе живота, да, и Ксюшке тоже надо. Поэтому будем крутить усиленно. Получается у нас с вами два желтых, два цвет морской волны, хочется сказать, бирюзовых, два сиреневых и два розовых. То есть вот такой вот он мультиколорный обруч, классно. Большой, 93 сантиметра в объеме, да. Так, теперь будем с вами открывать коробку. Ехали по порядку. Первое, что вижу... И что хочу очень потестить, девчонки, это накладные ресницы. Будем с вами тоже в отдельном ролике их клеить. Посмотрим, сколько держится и так далее. Я взяла оба вида, да, 79-65. Это у нас просто написано накладные ресницы. А другие? Так, а другие, девчонки, 87-54, тоже просто накладные ресницы. Они чем-то отличаются. Одни тут более объемные, другие более длинные. Вот эти, которые... 87-54, они более объемные, то есть здесь много ресничек, но они не такие длинные, как 79-65, видите? Они чуть пореже, но длиннее, такими как пучками. Интересно очень. В общем, вот так вот рядом вам их покажу, чтобы вы увидели отличие. Будем клеить, посмотрим. Мне очень хочется, если будет держаться, прям вообще огонь. Красота! Клей тут тоже где-то должен быть, но я его пока не вижу, наверное, в маленькой упаковке. Дальше, девчонки, взяла венчик, потому что у меня из коллекции посуды Фаберлик, вот этих вот приспособлений для готовки, нет только венчика. Артикул 910-044, свой я потеряла, даже от блендера венчик потерялся при переезде, не нашла, поэтому решила заказать, он часто нужен. Блинчики готовим часто, и запеканки там различные. Пошуршу. Вот так он выглядит, он уже, естественно, не цельный, и вот эти вот штучки, они коричневые, такие же, как весь набор, просиликоненные, внутри, скорее всего, железные прутья, да, ручка металлическая, очень легкий венчик, кстати, можно вешать, как всегда, надпись Faberlic Home зелененьким, да, видите, ну, венчик как венчик, здорово, будем пользоваться. Так, в отдельном пакете у нас что-то под с вами, БАДы.
По VIP-программе со скидкой 70% опять беру Доброген. Сестра допивает, но пока отзывов никаких не дает, ни хуже, ни лучше. Маме 157,29, да? Посмотрим, может, ей поможет. Гепатофорте повторила, потому что сейчас очень много вредного питания, скажем так, лето, шашлычок и так далее. И хочется немножко поддержать свой организм для печеночки и очень хороший состав для органов пищеварения. А после удаления желчного мне вот этот бат заходит прям вообще отлично. 157,59 артикул. Здесь масляные такие капсулы. Сейчас открою, покажу, потому что уже буду начинать пить. У меня в запасах нету. Вот такие вот. По две штуки в день запиваю стаканом воды. И решила повторить мастоп. Почему решила? Сейчас объясню. Так, артикул. Я его допила уже. 157,24. Первую банку. Здесь такие дрожжи. Нет, капсулы что-то я перепутала. Зелененькие такие. Они не пахнут брокколи, здесь брокколи в состав. Состав у них тоже классный, вообще обалденный. Я пропила одну банку, как раз здесь был период критических дней. И они как-то прошли легче. Ну, не знаю, не скажу, что какая-то прям сильная разница, но небольшая была. Живот у меня не болел. Он у меня пока и не болит, да, поэтому, ну, как-то вот мне понравилось. Все равно я хочу пропить курс, еще одну баночку следом сразу, потом сделать перерывчик, потом еще попить. Многие девочки писали, что пропивали мастоп, и он лечил им проблемы, которые не мог вылечить врач. Жду от вас отзывы, на самом деле очень интересно, какие такие проблемы помогают решить этот бат, да. Из серии «Дом» взяла свою любимую органу, давно не брала. Это кондиционеры для белья, артикул 118-54, кондиционер с ароматом дорогого люксового парфюма. Классного такого, потрясающего. Белье на выходе очень сильно пахнет, заполняет собой всю квартиру. Кто такое любит, прямо обязательно попробуйте. Знаю, многие девчонки его любят. Концентрированное средство для мытья посуды. Осталось одно с углем, а нам понравилось с ним делать пузыри, девчонки. То есть мы покупаем, у нас есть большие пузыри, маленькие пузыри. Я добавляю средства Фаберлик, 2 капельки глицерина. У меня есть немножечко водички развести. Великолепно получается пузыри. Если сделать погуще, они даже не лопаются, когда падают на землю. Поэтому взяли, сейчас пойдет расход большой. С яблочком вот такое вот. Оно, кстати, сейчас пришло густое. С яблочком раньше было самое жидкое. А сейчас вот вам не видно точно, оно еле переливается. Прям густое, хорошенькое. Так, дальше, девчонки, давайте с вами разберем новиночки серии Petite Tails. Что я даже не задалась целью посмотреть, как правильно произносится. Petite Tails. Все взяла новинки, хотя у меня кот неприятных запахов нигде особенно не оставляет. Он у меня очень культурный. Но как же не потестить нам с вами. Так, с чего начнем? Шампунь, пятновыводитель для чистки ковров и обивок. Но это пригодится всегда, не только после котика, после Костюши тоже. 308.03. Попробуем с вами какие-то пятна выводить. Я не могу вывести пятно от кота нигде, потому что он нигде их не оставляет. Но вот Костюша может, что-то у нее еда упасть или еще что-то, на ковре пятна остаются. Поэтому потестим в этом плане. Он абсолютно прозрачный, с приятным цветочным ароматом. И лаванда здесь не удушающая, не отпугивающая, а очень деликатная, зеленая, цветочная. Поэтому, кто не любит запах лаванды, не волнуйтесь, его здесь нет в натуральном виде. Но это мое обоняние. Глубоко очищающий, жидкий такой, прозрачный, как водичка, девчонки. Видите? Жиденький, прозрачненький совсем. Потестим. Мне, кстати, очень нравится аромат. Хотя натуральную лаванду я тоже как-то не сильно переношу. Влажные салфетки. Здесь у нас их с вами сколько штук? Тоже с лавандой. 308.04 артикул, 30 штук для удаления пятен. Тоже будем попробуем с вами там с одеждой у Костюшки удалить пятна там какие-то и так далее, потому что кот у меня не пятнит. Ой, а вот здесь, фу, это химоза. Ой, какая химоза, девочки, не вдыхайте вот так, как я. Фу, это жуткая химоза. Здесь есть отголосок лаванды, причем натуральный, и очень воняет хлором, спиртом, всем на свете. Они вот такого обычного размера. Слушайте, они должны удалять пятна с таким запахом. Они это просто делать обязаны. Фу. Будем пробовать на пятнах тоже с вами обязательно. Вот такая вот большая пачка. Так, дальше у нас с вами освежитель-нейтрализатор запахов. Тоже мы этим не страдаем, потому что пользуемся элькогелевым наполнителем. Но пусть будет, будем тестить как-то что-то, не знаю. 308.01 артикул. В привычном нам формате флакончика, имею в виду. Приятный аромат, тоже не натуральной лаванды, не лавандового масла. Приятный цветочный зеленый. На самом деле приятный. И он насыщенный. У нас не сильно много насыщенных водных освежителей. Этот насыщенный. То есть у него он прям будет какое-то время в комнате держаться, такой вот прям насыщенный. Так, дальше у нас с вами спрей-очиститель без пятен и запахов. Мне кажется, это типа спрей-пятновыводитель Фаберлик с новой этикеткой, да?
Шучу. 308.02 его артикул. Не знаю, где-нибудь. Попробуем тоже на одежде, на диванах, если будут пятна. У него вообще еле уловимая душка, на самом деле. Вот по сравнению со освежителем даже не сравнить. Еле-еле уловимый. Прям совсем отголосочек. Но приятно, как бы. Ну, вот химозы здесь не чувствую в этом средстве. Поехали дальше. Взяла коту покушать. Вот такой вот корм. Очень понравился для котят корм «Вкусная курочка». А здесь 5 штук. И артикул его у нас с вами 162.06. Здесь внутри пакетики, которые по 85 грамм. И это больше, чем пакетики здесь. Сейчас открою, покажу. Вот такие. То есть моему на 2 раза хватает такого пакетика. Большие, достаточно объемные. Так, поехали дальше, девочки. Дальше у нас с вами новиночки масок. Одну взяла старую, 2 взяла новых. Ксюша попросит тоже, поэтому ей взяла алоэ. Посмотрим, повторю. Мне безумно не нравились эти маски раньше. Они не то, что ничего не делали, но еще уродовали лицо. У меня, по крайней мере, 0,443 артикул. То после какой-то сильно расширенной поры, то какие-то заломы, то еще что-то. Ну, в общем, мне вообще не нравились тканевые маски Faberlic. Будем с вами пробовать новинки. В следующем каталоге еще 2 новые, по-моему, выходят. Так, первая у нас с вами маска. Это свежесть. Артикул 0071. У артикула обнулились. Прикиньте, девчонки. Будем подробно разбирать, делать. И следующая антиоксидантная маска для лица. Вот так вот, коэнзимку 10. 0075. Интересно, попробуем обязательно. Так, дальше у меня что тут еще из серии «Дом». У меня моющее средство универсальное, которое мне очень понравилось. На него сейчас хорошая цена, вот это зелененькое. Оно безумно круто очищает эмалированные вещи, особенно раковины эмалированные. Хромированные, девочки, хромированные. Очень круто, прям до блеска, удаляя весь налет от воды. Супер. 300-700 его артикул, у него приятная душка, у него маленький расход, оно вообще очень крутое. Оно с многими загрязнениями справляется просто на ура. Поэтому оно у меня сейчас в любимчиках. Шампунь для Ксюши взяла Лав, вот такой большой объем, все позаканчивалось. А для всей семьи у нас, по-моему, вот этот 4+, 28-30 артикул. Я уже не помню, мне кажется, мы только сиреневый брали, а розовый не брали. Вкусная душка. Прикольно, нравится. Дети уже под дверью ломятся, мне кажется. Тэмпи. Купоны. Кто не знает, за каждые 999 рублей Faberlic дает купончики, которые в следующем каталоге, не в следующем, в 11-м, да, мы с вами будем применять на определенной категории. Здесь все на купонах написано, на сайте все написано тоже. У меня 9 купонов получилось, да. Они даются в зависимости от цены каталога, а не от вашей конечной цены. То есть у меня цена каталога была 9000, мне дали 9 купонов. Должно быть кратное, обращайте внимание, вдруг он там 70 рублей или 20 не хватает до получения купона. Лучше как бы добить заказик, взять что-то еще нужное, да, и получить купончик. Вот таким образом они выглядят. Вы можете раздать их своим консультантам, если есть такая необходимость. То есть это хороший еще такой инструмент рекрутинга, да. Раздать людям. Люди любят акции все, да, поэтому компания молодец, работает. Винотоник 2 штучки взяла, свой любимый, потому что ноги сейчас просто обалдевают. 1733 артикул. Всегда вам его хвалю. Легонечко охлаждает. Очень хорошо снимает усталость к концу дня. Поэтому взяла вот такой запасик. Так, дальше у нас с вами... Что это, девочки? Господи, Glam Team. Я уже забыла. Давно делала заказ. Приехала, забрала. А, водостойкий клей у нас с вами вот в такой коробке. А клей у нас отдельно продается. 50.31 его артикул. И вот так он выглядит. Если клей хороший, будет здорово. Если клей плохой, значит, ресницы будем брать Faberlic, а клей искать на просторах интернета. А, так, дальше у нас с вами, девочки, у нас с вами атомайзер, правильно я сказала? Здесь по-русски почему-то ничего нет. Сейчас найду. Портативная упаковка для парфюмерии атомайзер. Я взяла розовый артикул 3810. Вот в такой упаковочке он приходит, интересный. Будем с вами переливать туда духи. Будем ходить, такие все деловые. Вот так он выглядит. Бликует с этой стороны. Вот так. Это кнопочка для того, чтобы нажимать парфюм, распылять. Ай, как прикольно. Слушайте. То есть это пластиковая штучка сверху стеклянного флакончика. Да? Вот он, где распылитель? Вот он распылитель. Такие упаковки, они прям бликуют. В общем, откручиваем, наливаем туда любимый парфюм. Кладем в сумочку, обратно вставляем сюда, вот так, и все, ходим такие крутые. Ну, прикольная задумка, так, бластво.
Так, дальше. Дальше взяла тоже для Ксюши, ну и для себя тоже маску. Нам очень понравилась эта маска из серии «Марушка». Она вообще обалденная. Она классно волосы разглаживает, ухаживает за ними, даже мои убитые. Артикул ее 0197. Она пахнет обалденно, прям «Марушкой». Прям так вкусно, нереально. Она очень густая, у нее небольшой расход. Но если у вас волосы не длинные, не густые, да? В общем, маска ура, просто на ура работает. Ксюши пасту все позаканчивались, 6+, «Технокидс». 23,59 артикул «Груша». Тоже классная паста, всегда берем. Взяла побаловаться бальзам Биоси. Они позиционируют как новинку этот бальзам. Так, артикул. Догадайся, мол, сама. Я на упаковке артикула не вижу. И тут еще заклеена. Тут партия вот только в кружочке. Не видно вам. Партия 26,88 наклеена, и все. На упаковке больше ничего нет артикула. Вот такой зелененький, да? Просто побаловаться и Ксюшке, потому что он приколюшный такой. Как тебе открыть-то? А, он не открывается, наверное, вообще. Смотрите, вот он внутри упаковки. Здесь такой вот у нас с вами рычажок. Мы его вниз опускаем, вылезает помада. Вверх поднимаем, она убирается и закрывается крышка. Смотрите. Оп. Оп. Прикольно же? Прикольно, ребенку понравится. Очень твердый, то есть он не похож на бальзам Faberlic. Оттенка он вроде никакого не дает, но есть такой легкий блеск. Не увидите вы перламутр. Может быть, будет слегка выбелить, если так будет круто. То есть у нас Faberlic, в основном бальзамы все мягкие, особенно из серии «Лето», он вообще тает. Вот прям как мороженое мягкий. А вот этот твердый, стик очень твердый. Значит, будет долгоиграющий, экономный расход. Классно, сейчас Ксюшке отдам, ей понравится. Ой, что у нас с вами осталось? Моя хорошая туалетная бумага, которую мы все так ждали. Я взяла по 3 штуки каждый. 3 штуки вот такой. Уберу сейчас сразу, чтобы не мешалось. 3 штуки вот такой. У нас их с вами 2 вида. Так, я очень рада этому, потому что ее можно смывать в туалете. Вообще огонь. Это у нас с вами влажная туалетная бумага. 40 листов, 0 спирта, силиконов, красителей, смываемая, биоразлагаемая. Нежное очищение, свежесть. Вот это вот голубенькая. У нее артикул. Ищем. 304-00. Давайте смотреть. Плохо, что не клапан, а вот эта отрывнушка, но все равно. Смотрите, вот такие вот, ну, типа бумажные, что ли, ну, бумажные салфеточки, вот как они рваться будут, давайте проверим. О, видите, куски отрываются, то есть это значит смываемое все хорошо. Оп. Запах обалденный, запах чистоты и свежести очень крутецкий, они пропитаны хорошо, прям вообще супер. Не скажу, что вот их отжимаешь, хотя течет, нет, вот видите, между пальцами течет, то есть... Пропитано хорошо, классно. Ой, супер, супер, супер. Так, следующие у нас с вами. Нежное очищение, свежесть тоже. Так, а чем они отличаются-то? Гипоаллергенные, дерматологически протестированы. Они отличаются тем, что вот это гипоаллергенное подходит для детей, девчонки, розовое. Вот, вообще огонь. Слушайте, огонь, когда Фрисюшка вот начнет ходить на горшок, это прям вот тема же. Так, значит, артикул гипоаллергенный, детский 304-01. Давайте на момент отдушки тоже потестируем. Такие же абсолютно салфеточки, они достаточно большие, то есть все классно. Ой, здесь еле уловимая алоэ почему-то чувствую. Они разные совсем подушки. Здесь она более ярко выражена, прям вот свежесть, морская свежесть. А здесь еле уловимая такая алоэ и огуречный лосьончик, что ли, чуть-чуть. Вот что-то такое, подушки. Слушайте, ну классно, классно. То, что они смываются, это вообще здорово. Так, ну на этом все, мои хорошие, да, мы с вами все разобрали. Каталог пришел новый, там мало у нас с вами новинок, поэтому будем делать заказы какие-нибудь интересные, какие-нибудь особенные, как всегда, да. Ссылка для регистрации всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, компания еще дарит 500 рублей новичкам, это на самом деле очень круто, цены стабилизируются, они гораздо ниже, чем в магазине, ассортимент продукции просто, ну, зашкаливает, да, вы найдете здесь все, что вам нужно, все, что вы покупаете в обычном магазине, да. Всех люблю, целую, всем пока-пока.